Так, микрофон настроился, нормально, все четко. Приближение, чтобы я был в кадре, вот так вот, все четко, меня видно, чуть вверх, вот так вот, хоп, хоп, оп, оп. Друзья, ну что, всем привет, добро пожаловать на мой канал, с вами снова я по-прежнему Лестер, друзья. И сегодня поздравляю как бы всех игроков Карпарка и мультиплея, потому что вышло, черт побери, новое обновление, друзья, о котором мы сегодня поговорим. И сегодня даже не поговорим, а я вам, пацаны, все покажу, потому что, друзья, у меня вышла обнова. А у кого, пацаны, не вышло, как бы обнова пока что бета-версии. И если что, ссылку на обнову я оставлю тебе канале у себя в описании, вот. Также, друзья, мы начинаем, давайте посмотрим, что добавили, потому что мы добавили очень прикольные фишки, пацаны, очень прикольные тачки. То есть, друзья, мы начинаем, погнали. У моего друга есть для тебя новости. Друзья, недавно я нашел для себя новую интересную игру, которая называется One State RP. Эта игра полностью на телефон, и тут очень много чего интересного. И начнем мы с работы. Тут можно устроить таксистом, полицейским, или же стать тем же самым бандитом и грабить банки. В One State RP есть также очень много машин. Можно купить себе машину, прокачать ее и устраивать уличные гонки. То, что мы любим, как говорится. Графика, как видите, просто на высоком уровне. И удивительно, что все это на телефон, друзья. Буду ждать тебя в One State RP. Обязательно скачивай его по ссылке в описании и введи мой промокод Лестер, который даст тебе сразу же при входе 10 тысяч игровой валюты для старта. Залетай, я тебя жду. А если что, я прям сейчас зашел впервые. То есть, если это мой первый заход вместе с вами. То есть, я новые машины даже не покупал, даже не смотрел, потому что хотел как бы чисто, пацаны, впервые вместе с вами вот так вот зайти, друзья, и вместе, прям на запись, друзья, посмотреть, что это за такое обновление. Окей, 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 пацаны, так, сразу ищем новые машины. Я пока что новых тачек не вижу. Так, 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 я знаю, что добавили спринтер. Кстати, вот он, да, ни хрена себе, сказал я себе. Спринтер. Добрый день, доброй ночи. Что это такое? Зачем ее добавили? Давайте как бы зайдем прокатимся как бы на этой машине, посмотрим, что это такое, потому что спринтер это как бы как фургон считается, а фургон, друзья, у нас в Карпаркинге всего лишь... Это какая? Ford Transit, по-моему. А теперь добавили Mercedes Sprinter. Салам алейкум, это что такое? А, нихера! Так тоже можно! И прям на ходу! Оп, 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 оп! Прям на ходу можно открыть боковые двери. Вот это прикольно. Вот это, вот этого я не ожидал. Так, давайте попробуем из машины выйти. Двери открываются. Ну, конечно, пока что с багами, но это, друзья, бета-версия. Открывается. Ты чё, ты шутишь? Разработчики, вы что вытворяете, по-братски? То есть мы можем полностью открывать двери, боковую дверь, капот. Охренеть, друзья. Вот, это, конечно, кайф. Это просто, смотрите, какой спринтер. Есть такую, ну, такое есть, добавят еще на старом Ford Transit, то есть, писано на машине, которая у нас уже была. То есть, как бы, все открываем дверей. То, мне кажется, друзья, просто... перфект. И как он садится вальяжно в эту машину, прикиньте. Также, я знаю, что добавили футбол. Да, не удивляйтесь, друзья, теперь, пацаны, в Карпаркинге добавили футбол. Так, пацаны, также добавили еще одну новую машину. Это, по-моему, старый спорткар, то есть старый Porsche. Давайте найдем его и посмотрим, оценим, друзья, в принципе. Может, у меня в глазах развал или я слепой? Но я не... А, вот, черт побери, он был сюда тут. Так, хорошо, 1000 коинов, в принципе, адекватная цена. Porsche, это Boxster, это Porsche Boxster или старый, типа 11, я не помню просто, друзья, поправьте, пожалуйста, или Carrera это, ну, короче, Porsche новый, давайте зайдем, посмотрим, открываются ли у нее двери, багажник, капот, потому что разработчики прям уже очень часто добавляют эти открывания дверей и так далее, потому что мы об этом просили, и разработчики как бы говорят, на, получайте, вот, двери, ассаляму алейкум, двери открываются, капот, багажник, все открывается. Просто разработчикам я похлопаю, потому что это просто, ну, молодец. Что могу еще сказать? Трон. Подожди. Это что? А, вот, добавили еще такую фигню. То есть, дрон теперь может так, оп, вот так вот, оп, вот так вот. И, походу, эта кнопка сбрасывает. Блин, какой я умный сегодня, знаете. А теперь давайте, пацаны, я вам покажу футбол. Да, друзья, просто поставьте лайк, если вам уже нравится Карпаркинг, но, честно говоря, я не знаю, где она находится. Подожди. То есть, прикиньте, я вот реально впервые зашел и даже не знаю, где находится, ну, локация с футболом. То есть, там, где новая арена. Вот это, что ли? Да, это, походу. Так, сейчас будем искать новое футбольное поле. И там можно прям реально играть, черт побери, футбол. Прикиньте.
Просто представь себе, ты молодой пацан, а ты играешь в паркинге на футбол. Добавили, походу, новую локацию, да? Да, я правильно еду. Направо поворачиваем. Оп, салам алейкум. И где-то то самое футбольное. Так, нифига, парковка крутая, блин. Я уже представляю, как тут будут снимать видосы разные. Натер в подошок. Курнул, но вроде бы не навоз. Теперь у нас футбол. В карпаркинг. Так, добавили звук, я слышу. Так, 50 секунд. Так, куда мне идти? Бежим. Оп, побежали. Что это? Подожди. Оп, как мне попасть на это футбольное поле? Оп, салам алейкум, я ворвался. Блин, реально настоящий футбол. Так, а в какой? Куда мне забивать? Так, давайте к воротам. Оп. Пошел. Беги. Давай, бей. Вот. Все заорали что-то. Эй, 1-0. Опа, я теперь настоящий чемпион. Су, Роналдо. Давай. Опа. Гол. Уху. Су. Роналдо. Су. Роналдо чемпион. Блин, это прикольно, друзья. Это прям какое-то разнообразие, что ли, для карпаркинга, потому что такого еще тут не было. Вот что-что, но точно футбола я в карпаркинге, ну уж точно не ожидал. Так, добавили еще что? Машины? А, кланы добавили. Кланы. Только где они, я не знаю. Короче, теперь у нас в игре есть система кланов, только она платная, как я знаю. Только я не могу их найти вообще, где они? Ну, это я не знаю где. Марьяна, здорово! Что делаешь, Марьяна? Я потрачу большой. Брат, тут обнова вышла в карпаркинге, прикинь. Да? Да. Сейчас иду, брат. Того рот ебал. Что делаешь ты, Марьян? Я, брат, 5 минут и я тут, брат. Где тут? У меня? Все, иди давай ко мне, дурачок. Смотри. Что там? Это мои братья, брат. Это твои... Это твои братья? Скажу на словах, потому что я думаю, что вы мне верите, потому что я вас еще никогда не обманывал. Короче, друзья, добавили систему кланов, она стоит, пацаны, $30, и вы сможете создать свой настоящий клан. Только, блин, дорого. $30 за клан. Если было бы еще $50, то я бы еще подумал бы. Если наберем под данным роликом 1500 лайков, то, друзья, я сделаю прям глубокий, глобальный, просто полный обзор, собственно, всех скрытых фишек, потому что разработчики все как бы добавляют фишки, и об этом даже не говорят. Так что, друзья, лайк, и выходит вторая серия, там, где я вам показываю просто абсолютно все. И также, собственно, 1500 лайков я сделаю реакции брата, то есть братьев даже, на эту новую обнову. И поиграем, собственно, вместе с братьями в футбол. Погнали, все, пока.